канал Научпоп и TED Talk представляют. Итак, представьте себе, что вы стоите на улице где-либо в Америке, и к вам подходит японец и спрашивает: «Извините, как называется этот квартал?» А вы говорите: «Простите, это вот Дубовая улица, а это Вязовая, это 26-я, а это 27-я». Он говорит: «Ясно, а как квартал называется?» Вы говорите: «Ну, у кварталов же нет названий. Названия есть у улиц, а кварталы — это всего лишь безымянные пространства между улицами». Он уходит, немного в замешательстве и расстройстве. А теперь представьте, что вы стоите на какой-то улице в Японии и обращаетесь к рядом стоящему человеку и спрашиваете: «Простите, как называется эта улица?» Вам отвечают: «Ну, это 17-й квартал, а это 16-й. Вы говорите: «Я понял, но как называется вот эта улица?» И слышите в ответ: «Ну, у улиц нет названий. Названия есть у кварталов. Вот, взгляните на карты Google. Вот 14, 15, 16, 17, 18, 19 кварталы. У них у всех есть названия, а улицы — это всего лишь безымянные пространства между кварталами». А вы тогда говорите: «Окей, а как вы тогда определяете домашний адрес?» Он отвечает: «Легко, вот 8-й район, это 17-й квартал, дом номер один». Вы говорите: «Ладно, но когда я тут прогуливался, то заметил, что номера домов идут не по порядку». А он отвечает: «Конечно же, не по порядку. Они идут в том же порядке, в котором были построены. Дом, который был построен в этом квартале самым первым, это первый дом. Второй построенный дом, номер два. Третий дом, номер три. Это легко, очевидно. Я обожаю, что иногда нам нужно оказаться на противоположной стороне мира, чтобы обнаружить собственные допущения, о существовании которых у себя мы даже не знали, и осознать, что нечто противоположное также может быть верным». Так, например, в Китае есть врачи, которые верят в то, что их работа заключается в том, чтобы вы были здоровы. И в любой месяц, когда вы здоровы, вы им платите. А когда заболеваете, то вы не платите, потому что они не справились со своей работой. Они богатеют, когда вы здоровы, а не когда вы больны. В музыке мы в основном считаем один, как сильную долю, начало любой музыкальной фразы. Один, два, три, четыре. Но в западноафриканской музыке раз считается концом фразы, как точка в конце предложения. Вы слышите это не только в построении фразы, а и в том, как они считают музыку. Два, три, четыре. Раз. И эта карта тоже правильная. Есть пословица о том, что какую бы правду вы не сказали об Индии, обратное также будет правдой. И давайте не забывать о том, что на TED или где бы то ни было, какие бы замечательные идеи вы не придумали или услышали, обратное также может оказаться правдой. Дома Аригато Газаймасита. Если вам было интересно, поддержите проект подпиской, лайком или комментарием. Ссылки и больше информации в описании к ролику. Спасибо, что смотрите наш канал.